В эфире очередная подборка из рубрики «Турецкие сериалы о любви на русском языке», которые вы пропустили. Ну что ж, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Кто из нас не любил?». Большая любовь, которая закончилась из-за одного недоразумения, много лет спустя снова воспламеняется. Несмотря на все произошедшее, эта пара продолжает любить друг друга, но они никак не могут поладить. У этих влюбленных даже дети, рожденные от их бывших супругов, влюбляются друг в друга. Единственное препятствие между влюбленными – это их родители. Они захотят препятствовать молодым из-за всего, что с ними случилось в прошлом, но их любовь настолько велика, что никто не сможет им помешать. Если любовь позовет. Бахар никогда не видела своего отца. Она росла с матерью. Повзрослев, она узнает, где и чем занимается отец. Его зовут Барлас. Она направляется в офис, чтобы встретиться с ним. Однако Барлас выставляет ее за дверь. В офисе она случайно знакомится с Муратом, деловым партнером отца. Мурат и Бахар с первого взгляда влюбляются друг в друга. Однако перед ними стоят много препятствий. Во-первых, Мурат женат. У него две дочери и жена. Правда, с которой они несчастны. Живут вместе лишь ради дочерей. А во-вторых, между ними 20 лет разницы, она ему в дочери годится. Готовы ли Мурат и Бахар бросить вызов обществу, побороться за свое счастье? У меня все еще есть надежда. Этот сериал – это современная история Золушки, а главная роль в этой истории отведена 23-летней девушке Умут. Она живет с матерью и отчимом, у которого есть собственные дети, а другого брака. Отношения в семье складываются очень непросто, а порой и вовсе напоминают драматический сериал. Жизнь Умут осложняется еще больше, когда в ней появляются сразу два молодых человека – Хакан и Азан. Придворные сегодня, или же сегодняшний человек дворца. В сериале речь пойдет о взрослом мужчине Атакати Баглу, который живет в особняке и ведет спокойную и размеренную жизнь. Но однажды все меняется, к нему в гости приехала молодая красивая племянница, которую он до этого еще никогда в жизни не видел. И так спокойная жизнь закончилась, начинаются страшные душевные терзания. Али – сын из богатой семьи. Ему уже 30 лет. Он много лет провел в тюрьме из-за убийства. В последние годы он переписывался с Мави. И в тот день, когда выходит из тюрьмы, они знакомятся и решают пожениться. Но Мави не случайно выбрала именно его. Она сестра Ахмета, того самого парня, которого убил Али. Ее цель – найти убийцу, который превратил ее жизнь в кошмар. И в день свадьбы – убить. Но есть кое-что, о чем она даже и не знает.